Привет. Тут с фонариком, чтобы посветлее было. Много чего купил. Сейчас будем смотреть. О, видал? Какая фигня. Так, еще вот какая-то хрень. К этому вернемся чуть попозже. Ритуаль. Это для девочек. Так, и спортмастер. Там тоже был. Так, и хо-хо! Наконец-то. Так, и что это? Чеки. Все вроде. Так, значит, с чего начнем? Давай мышь оставим на попозже. Давай селфи-палки. Все время не могу запомнить эти дурацкие три буквы. Магазин такой есть, Дикс, что ли, как-то называется. И купил я там селфи-палку. Наверное, свет, наверное, надо выключить, да? Фонарик. Так лучше. Так. Нужна она мне. Ух ты, тут даже какое-то зарядное есть. Ага, он тут on-off. Зарядное. О, у меня еще одно зарядное micro-USB. Какая-то фигня. Значит, там есть даже аккумулятор. И есть инструкция. Не думаю, что там много чего-то интересного, полезного, но я ее все равно прочитаю. Есть у меня такая привычка. Так, значит, сюда нужно ставить телефон. Кстати, где он? Эх! Не входит. О, какая она упругая. Не входит. Ладно. Мой-то телефон, он сюда. Потому что он приклеен к этой кожаной штуковине, которую я в Мегафон покупал. За 90 рублей. Если что, смотри, у меня где-то есть видео на эту тему. Ой, какой он ненадежный. Ну и, в принципе, и думаю, и не надо. Я не для телефона покупал. Монопод. Так, чуть расслабим. Вот так как-то. Так, вот здесь. Сюда, значит, ставится. Ну, я так придумал. Сюда ставлю зеркало. И, ну, для работы покупал. Ставлю зеркало. Чуть-чуть вынимаю. И могу уже вот так вот как-то этим зеркалом смотреть в дымоход. Открываем так называемую дверку прочистную, куда иногда даже рука почти не влазит моя. Ну, пусть не очень широкая, но все-таки не детская. Вот. И можно как-то вот так ловить, так я называю, небо, увидеть небо. Увидел небо, дымоход чистый. Вообще можно посмотреть, какая она тугая. Наверное, надо будет смазать. Вот. Увидел небо, дымоход чистый. И мне она к чему понравилась. Мог купить за 350, купил за 750. Мне она понравилась, потому что она компактная. В кармане, конечно, носить, наверное, не получится, но в рюкзаке можно. Хотелось бы, конечно, для нее какой-то футлярчик. Ну, еще посмотрим. В Экспрессе, может, найду какой-нибудь футлярчик для нее твердый, чтобы не сломать во время переноски, перемещения.
Там же взял еще две батарейки Duracell 250 рублей. Нужна была одна, но взял две, потому что по одной у них не продают, нигде не продают. Тут должно показывать заряд. Я так понимаю, заряд тут не особо. Срок годности не знаю, наверное, проще на батарейки найти. До 2025. Я не доживу, а батарейки доживут, если их не использовать. Мне нужны были 3 батарейки для экспонометра. Вот. Но они есть в мыши, в этой, там, в комплекте. Там 2, а мне надо 3. Именно батарейки, не аккумуляторы, чтобы было точно, надежно. И именно Duracell, потому что это самые лучшие батарейки. Аккумуляторы плохие, а батарейки хорошие. Далее взял в Спортмастере, надо что-то брать, потому что у меня там баллы, они скоро сгорят, надо что-то брать, денег нет, а брать надо. Вот решил все-таки разжиться, купить наконец-то. Ой, гриф, который там стоит 500 рублей, но мне он вышел дешевле, за 350 с бонусом. Есть у меня вот такая вот гантелька самодельная, деревянная. Я ей не пользуюсь, потому что она легкая. Так, и надо будет померить, налезут, не налезут. Ладно, потом померяю. Тут надо снимать, это сложно, долго. Так. Взял еще вот такую вот штуку. Наверное, надо было на Алиэкспрессе заказать. Но я подумал, что-то нафиг ждать. Тут скидки. Она дешевле вышла. Не 200, а 100 с чем-то. Мне такая вот нужна. Для рюкзака. Конечно, не померить было в магазине. Но померяю чуть позже. После видео. И такие вот батончики мюсли. Пока со скидкой можно спокойно затариваться ими. Потом уже все. Вот, сейчас надо ими затариваться. Взял с собой на работу. И быстренько перекусил. Подъем энергии. Доработал. Все хорошо. Все счастливы. Все вместе вот это вот в Спортмастере вышло на 600 рублей. Можете поверить. Так, ну и все. И, значит, ритуаль. Они говорили, что у меня скидка на день рождения, но она не работает, потому что этот товар уже со скидкой. Стоил он раньше 1700. А сейчас он стоит 399, ну 400. Да. Ну ладно, когда еще будет такая возможность? Это значит у нас парфюм Йоши Ямамото. Единственный из этого бренда. Единственный у этого бренда, который мне понравился. И понравился очень даже. Конечно, я хотел One Million. По карабану, но это очень дорого. Не могу я пахнуть дороже, чем стою сам. И еще мне очень нравится тоже по карабану Black X. Всегда нравился. С тех пор, как он появился. Я его люблю. Но тоже это не подъемные для меня деньги. Здесь почему цена такая доступная. Большая бутылка этой штуки, этого парфюма, стоит вообще там каких-то какой-то небольшой зарплаты уборщицы. Вот. Ну а такая вот со скидкой, там чуть ли больше, чем в 2 раза или в 3 раза скидка, дешевле.
можно себе позволить. И ну, там какое-нибудь свидание, там какая-нибудь деловая встреча. В общем, я его буду беречь. Тут много, на год мне точно хватит. У меня еще есть Лагерфельд. Как выяснилось, он мне не очень нравится, поэтому я его брызгаю так просто каждый день. Кончится, и ладно. И может быть еще, ну, это будет такой парадный выходной. Может быть еще куплю, наверное, куплю Бандерас. Очень хороший аромат за довольно небольшие деньги. Так, тут я еще Ван Миллион там брызнул в магазине. Я еще пахну. Ну да ладно. Дай на эту руку. О! Как он брызгает. А он брызгает довольно-таки щадяще. Бывают такие брызгают, знаешь, помногу, бывают по чуть-чуть. А этот такой вот щадящий. Аккуратненько так. Ну, еще так разбрызгивает хорошо. Хорошая вещь. Жаль, не очень удобная бутылка. Ну, вот она вот стоит так, как она будет стоять, не знаю. Лучше бы она была какая-то потолще, пошире. То бишь, поустойчивее. Ну да ладно. В общем, ароматами на лето я затарен. И этим летом можно уже не париться. Значит, по мыши. Было предыдущее видео у меня, как я купил мышь. За 700, да, рублей, я уже не помню. Короче говоря, в Эльдорадо такая же стоит 500. Не покупайте в М-видео. Покупайте в Эльдорадо. Качество точно такое же, но цены гораздо ниже. Я, конечно, сглупил, допустил ошибку. И теперь вот не знаю. Ну да ладно, там уж у меня все равно пригодится, она будет полезная. Я уже об этом говорил. Та с проводом, это без провода. Мне нужна без провода. Проводной неудобно. Вот. Как бы протестировать-то, конечно, отдельное видео, чтобы снять. Батарейки идут в комплекте, Duracell. Вот. Ну и вот сама мышь. Вот это, кстати, тупо. Ресивер должен прятаться в корпусе. Тут такого нет. Ну, она стоит 1000 рублей. 1200. Так что... За эти деньги могли бы сделать в корпусе дырочку. Две пальчиковые батарейки, обрати внимание, пальчиковые, две. Кстати, они какие-то такие интересные. Шрифт такой маленький. Смотри, совсем не так. Но тут Turbo Max, а это Duralock. Какой-то. Батарейки я все равно использовать здесь не буду. Ставится так вот одинаково. Ну, что, даже она даже на одной фигачит. Интересная игрушка. Выключатель есть. Выковкал. Ничего особенного. Она довольно крупная. Это мужская мышь. Благодаря батарейкам она очень тяжелая. Без батареек она очень легкая. С батарейками она такая увесистая. Мне это нравится, ты знаешь. Мягкий ход кнопок. Нет, в бок, по-моему. В бок она не ходит. Жаль, я, в принципе, привык. Но в фотошопе эта фишка не работает, поэтому... В фотошопе не работает и в премьер, по-моему, не работает. Поэтому я по большому счету уже давно не пользовался этой. К
колесико, знаешь, так вправо-влево двигать, чтобы какое-то окно двигать. Ну ладно, в принципе, это не так важно. Колесико прокрутки довольно обычное. Ну так, может быть, когда-нибудь, когда будет у меня какое-то бабло, можно сюда спрятать. А, подожди-ка. Вот она. Во, вот сюда можно ее вставить. Все. Все, ништяк. Молодцы, Microsoft. Отлично. У Logitech здесь вот где-то она пряталась. Вот. Здесь же она прям закрывается крышкой, ресивер. И все. Это вдвойне безопасно, потому что отсюда она могла вывалиться. Мышь симпатичная. Правда. Так вот, она, конечно, смотрится простенько, но это если прямо так вот ее под лупой разглядывать. А так как-то особо на коврике, думаю, будет смотреться вполне себе приятное. Так, и ничего больше особенного тут про нее не написано. Так, и еще дали в Эльдорадо вот такую вот бороду. Сказали, голосуй за сборную России. Вот, и что-то там можно выиграть. Я футбол вообще не знаю, что такое. Никогда не разбирался. Вот, и даже не понимаю, как тут играть. Они хоть бы написали. За каждую победу сборной России по футболу купон начисляет дополнительная скидка. 1 литр, 2 литра, 3 литра. Что бы это значило? 200 рублей. Не знаю, что это. Короче. Ёлки-палки. Как же он приятно пахнет, а? Правда, такой интересный аромат. Вот немного это резина дает, это сблизи. А вот издалека такой какой-то. Вот я сам так заметил, что что-то внюхиваюсь, чем таким приятным пахнет. А это от меня. Вот. Ну, я мужчина холостой. Я себе парфюм сам покупаю. И покупаю. Вот. А кто женатик, тому это не интересно. Ему жена покупает. Самый вонючий. Самый отвратительный. Ну что делать? Ах, ну давай пока, чё там, не пропадай. Я буду еще читать за мышку вот эту фигню и за монопод селфи-палку.